Губернатор Виктор Томенко поручил главам городов и районов края не только организовать работу по расчистке дорог и тротуаров, но и оперативно информировать жителей региона, где и в какие сроки планируют убирать снег и устранять гололедицу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В краевой столице дорожники работают круглосуточно. От 70 до 100 единиц техники выходят на линию днем, до 140 ночью. То, что касается дворников, это работа, которая связана с участками, на которых невозможно механизированным образом выполнять уборку. Это 100-120 человек автодорстрой и порядка 60 человек на наших общественных территориях. Сейчас барнаульские дорожники активно убирают центральные магистрали города, работают по маршрутам общественного транспорта, а также расчищают улицы, которые ведут к социально значимым объектам. Уделяют внимание и второстепенным улицам, 600 из которых находятся в черте города и столько же в пригороде. Есть определенные сложности в работе, это нехватка квалифицированных кадров. Данные вопросы решаются посредством повышение заработной платы, привлечением наемной техники, ну и обновлением техники в том числе. Мы в этом году порядка 16 единиц именно снегоуборочной техники, как за счет городских, так и краевых средств приобретаем. Более 100 миллионов рублей на это предусмотрено. Напомню, за ноябрь этого года в Барнауле выпало 78 миллиметров осадков. Это в два раза больше, чем в прошлом году.